Здорово всем. Сейчас будем писать, короче, для Ютуба все это дело. С вами, как обычно, Сашка Проф. И нас такнуло против четверых подполов с рандомными майорщиками. Не знаю, не уверен, что мы это выиграем, но если вдруг, то это будет неплохо. Поэтому посмотрим, что будет в этой карточке. Не знаю. Я буду стараться. В прошлой катке мне попался хил, который не нажимал кнопки. Надеюсь, что этот хил не повторит его ошибок. С билдом у него вроде все более-менее нормально. Хотя он не в ману, а фулл разум. Ну хотя бы обновление духа есть, уже радует. Причем оно даже у него на 6. Тупо фулл разумный хил. А, освобождения нету. Приехали. А у их хила тоже нет освобождения. Лол. Откуда топ-10, если освобождения нету? Вернее, не топ-10, а 2000 рейтинга у нее было. В прошлой катке я закрыл задувку. В этой катке я не повторю эту ошибку. Закрою топоры и попытаюсь залоскетировать крэпсов. Блять, не попал по крэпсу. Забудьте все, что я говорил до этого. Что там, лоскетить крэпсов? Это не ко мне, блять. Здорово, Хертан. Тут пишут, что хилочка играющая, но я не знаю, почему у нее тогда очищения нет, если она играющая. Она не будет своего мидера спасать, а наоборот будет меня держать, типа. Так это работает. Син рвался на... Забыл, на Асура. Но Асура пока кнопок нет, чтобы за ним бегать. У меня спиздили лес, все благополучно идет к тому, чтобы я отстал от демонолога по фарму. Плюс я еще плохо залосхитил первый пак, прям сильно плохо. Наверное, танканул лесом, чтобы они к тавру не подошли. Свитков у меня нет никаких, за 3 минуты мне не дали ни одного свитка. Там, наверное, демонолог уже забирает голдпак. У меня нету ничего, ни хилки, ни звезд. Не знаю, кому она делает свитки. Боевику сделала. Хилочку. Приоритетнее, чем мидеру. Нормально. Там вон попытка ганга наверх. Сейчас посмотрим, чем это закончится. Вроде егеря убьют. А, демон на мою голду пошел. Найс. А по его голде у меня нет никакой инфы. Что я могу сделать? Могу встретить его, если он ТП не даст оттуда. Не, нереально его пробить. Я по нему не дамажу. Ноль урона по нему. Даже учитывая, что я мансанул от сетки, от пары кнутов, все равно я по нему не дамажу. А никто из лесников ко мне не подошел. И самое печальное, что я не могу с этим ничего сделать. То есть он спокойно пошел в мой лес, он спокойно забрал мой голдпак. Что я могу сделать? Нихера, я могу только наблюдать. Как у меня отбирается лес. Звездопада у меня так и нету. Бля, не успел выучить оберег.
Я забрал демона, а демон забрал меня. В итоге у него фарма на 500 больше, чем у меня. Это херовый размен. Когда вы убиваете сначала противника, а потом противник, уже будучи мертвым, убивает вас. Это супер херово. С другой стороны, мы выбили у него хилку. А что ты делаешь? Интересно, если бы я сейчас не потыкал, он бы забрал, реально? Голды, по идее, пока еще нету. Мне надо больше фармить. Типа, чтобы догнать демона как-то. Или наоборот, типа, активнее с ним размениваться. Но размениваться активнее не получится, потому что он фулл-тайм в лесу бегает. Я могу только... тоже фармить лес, наверное. Ульту пока брать не буду. А где рука? Ой, рука лицо мне. Ты в кого играешь, дурачок? Ты в кого играешь? Кого ты играешь, если у меня лоу хп? Кому ты руку даешь? Короче, ребят, прошлая катка повторяется. Я не знаю, что мне делать. Типа, мне... я не могу выиграть. Она ульту все надала. Она ульту дала все на... За шо? Нереально, ну я не знаю, ну нереально играть, когда у тебя на хиле даун играет. Невозможно играть. Почему там хил вышел, играет в демонолога? У меня хил, блять, руку на ведьмака, ульту в сена. А я просто сейчас поймаю сеточку от демонолога и сдохну нахуй. Просто потому что он будет зонить меня от фарма крипов. Он не даст мне возможности фармить. Просто потому что у меня на хиле дурило, блять. Вторую катку подряд уже. Это точно такой же даун, как и в прошлый. И я с этим ничего не могу сделать. Я могу только стоять, смотреть, как меня ебут, и впитывать дерьмо. Вот эти вот светляки на линии. Хилка, которая просто бегает, торгуя лицом. Я могу только впитывать это дерьмо. Выиграть такую катку будет, блять, просто, не знаю, чем, каким-нибудь сверхчеловеческим достижением. Я сомневаюсь, что этот хил поправится до конца катки, а мне придется что-то делать, чтобы выиграть. Демонолог спокойно фармит мой лес. Хилка не принесла вард на линию. Правильно, зачем перебивать светляки? Сами исчезнут. Пойдем забирать голдпак. Там у демона уже 7300. Ну хотя, бля, я даже при таких обстоятельствах не сильно от него отстаю. Короче, ультану, чтобы быстрее был процесс. Зря я это сделал. Ладно, добью голду, минус инвиз. Все равно пока никого не заберу. На всякий случай, зная, какой у меня хил, я лучше выучу оберег. Типа, вдруг он мне поможет. То есть, если бы я знал, что у меня хилка сейчас будет хорошо нажимать в кнопки, я бы оберег не учил. Но этот хил показал себя не с лучшей стороны за первые 9 минут игры. Там демонолог наверх ушел. А ульту нажать. А ульту нажать. А у нее нет ульты. Все. Я отказываюсь это играть. Бля, я не знаю. Ну типа, ну такая херня.
Он меня называет еблом. Он меня называет еблом на хиле. На хиле, играя без очищения, без мозгов, свитки на сина, свиток хила сину, свиток звездопада вообще не видел в этой катке. Ни хера не видел, блять. Чел меня называет еблом. Ульту не может дать, рука на ведьмаке. И я у него, я ебло, блять. Не он долбоеб, а я ебло. Хорошо. Хорошо. Забываем о наличии хила в этой катке. Играем only, блять, соло. Просто, если, ну, в обычной катке я надеюсь на помощь хила и лишний раз могу подставиться, торгануть, там, разменяться, то в этой катке я так делать не буду. Потому что у меня нет хила. Потому что я ебло. Чисто молодой человек пришел с завода, блять, выучил светляки на хилке и стоит, отдыхает. Купить вард на мид, чтобы перебивать ее светляки ебаные? Не, зачем? Он не оставил ни одного светляка мне, если чё. Я просто, для тех, кто не шарит, блять, светляк дает 60 прайма. 60 прайма для мидера — это очень важный фарм. А 2 светляка — это уже 120 прайма. А 3 светляка — это 180, блять, фарма. То есть, типа, чел просто на ровном месте добивает светляки, лишает меня фри фарма. То есть, хилу фарм нахер не нужен. А мне, как мидеру, это самое важное, что есть в игре. Этот чел этого не понимает, при этом я ебло у него. Хорошо. А, вот почему он блядь, ждал. Он ждал 12 минут игры, чтобы выучить ап в четвертой строке для светляка и поставить. Он мне еще линию запушил, пока я фармил лес. Минус 4 крипа с пака. Спасибо, спасибо за пак, уебок. Спасибо, блядь, за пак, животное тупое, спасибо. Я фармлю лес, чтобы мой хил, блядь, на миду выформился. Вы-то думали, чё, я, блядь, фармлю лес для того, чтобы идти в перефарм? Хуй там. Фармлю ради своего хила, блядь, чтобы он на миду мог крипочков моих заласхитить. Выигрываю, как бы, блядь, линию хилу своему. Вы чё думали, я мидер, которому фарм нужен? Да нахуй надо, ебать. Нахуй надо. Я ж дебил, я фармлю лес для того, чтобы у меня хил крипов на миду фармил спокойно. Господи, за что? Я, блядь, вроде ничего плохого в жизни не делаю. Я добрый, добрый молодой. За что мне стакает вот эти хуёбищ? И это не первая катка, ребят, это вторая игра подряд, в которой мне стакает такого хила. Я не могу с такими людьми играть. Они неадекватно воспринимают реальность. Все, мы его продаем. Зачем ты даешь ульту? Зачем, блядь, зачем? Я фуловый. Мне ничего не угрожает. Я фул хп, убегаю. Зачем ты кладешь ульту? Почему ты такой дал, блядь? За что? Что я не так в этой жизни сделал? За что мне это? Блядь. Парни, вы просили выкладывать на YouTube катки, где у меня не все так хорошо, как обычно. Я выкладываю, где мы побеждаем, где у меня все отлично, где мне вылезли лимит, где я хорошо фармлю, убиваю. Вот, блять, наслаждайтесь. Очередная катка, в которой мне стакает уебище на хиле, которая, блять, не может ни одной кнопки нажать, не дать свитки, блять, не дать руку. Оно не может нихуя. Хотели бомбеж, получаете, блять. Спасибо всем за просмотр, с вами был Проф. Про лайки уже не буду ничего говорить. Всем пока, блядь.